Глава Тобольска Максим Афанасьев проверил состояние гидротехнического сооружения на левом берегу Иртыша. Место слияния двух рек Иртыша и Тобола на особом контроле ГО и ЧС. Специалисты проводят комплекс профилактических мер, ежедневно осматривают состояние дамб, данные записывают. Вода в Иртыше каждый день прибывает на 8-12 сантиметров. Это соответствует норме. Дал поручение установить дополнительные маячки, на которых можно будет мониторить в каждой территории, прилегающей к непосредственным жилым домам, подъем воды на тот или иной текущий период, для того, чтобы можно принимать уже оперативные решения. Глава Тобольского района вместе с межрайонным прокурором осмотрели дамбу в Нацах и пообщались с жителями поселка. В своем телеграм-канале Леонид Митрюшкин попросил земляков сохранять спокойствие, быть внимательными к сообщениям глав сельских поселений и реагировать только на официальную информацию.